сейчас я хотел бы вам рассказать о технике нанесения одного хитрого и хлесткого удара, который в потасовке с гопниками, напавшими на вас, может действительно оказать очень хорошую помощь и дать тот эффект, которого вы ожидаете от этого удара. Наносится он или костяшками пальцев, или наружной стороной ладони. Если у вас два противника стоят перед вами, вы выбираете позицию так, чтобы оказаться или левой, или правой стороной к одному противнику, лицом к другому. Пока вы с ним разговариваете, буквально 5-10 секунд максимум, за это время вы, выбрав свою статичную позицию, просто-напросто наносите вот такой вот хлесткий удар человеку в переносицу. И все. Без какой-либо подготовки. То есть вы стоите, машете руками, отстань от меня, отойди от меня. Я не хочу с тобой разговаривать, тем более с тобой. И наносите ему вот такой вот удар. Чем он хорош, этот удар? Тем, что он приводит вашего противника в неописуемый восторг после того, когда он попадает в травматологию и ему сообщают, что у него, увы, сломана переносица. Чтобы оттренировать, набить такой удар, наработать такой удар, нужно делать планочку на наружной стороне ладони. Сейчас я вам это покажу, как это упражнение делается. Оно действительно помогает развить и укрепить эту часть ладони. Почему? Потому что у неподготовленного человека, когда он наносит в лицо кому-то такой вот удар, от удара о жесткую поверхность, об кость, об переносицу, можно повредить себе вены. Довольно болезненное такое вот состояние. Рука у вас не будет двигаться, ну, минимум недели две, чтобы восстановились суставы и вены. Поэтому нужно делать упражнение, которое я сейчас покажу. Мы принимаем вот такую вот позицию, тыльной стороной вверх, и делаем вот такую вот планочку. Хотя бы по одной минуте, хотя бы 2-3 раза в день. Когда вы таким образом укрепите свои ладони, тогда можно будет уже переходить к наработке этого удара на макеваре, на груше или на живом противнике. Всем удачи! Пока!